Друзья, всех приветствую на нашем канале. Сегодня я хочу немного рассказать о такой стране, как Уругвай, и о преимуществах жизни в данной стране. Уругвай именуют Латинской Швейцарией. Причиной тому экономический и технический рост государства за последние пару десятилетий. Уругвай считается идеальной страной для ведения бизнеса и отличается выгодным налогообложением для иностранных инвесторов. Переезжая в столь далекие направления, мы всегда рекомендуем нашим клиентам побывать в стране предполагаемого второго дома в качестве туриста. В случае Уругвая это сделать довольно просто, поскольку многие граждане СНГ могут первично приехать в страну без оформления туристической визы. Преимущества жизни в Уругвае. Высокий экономический потенциал страны, надежная банковская система, развитая инфраструктура, лояльное отношение к иностранцам, бесплатная медицина, благоприятный климат, живописная природа. ВНЖ в Уругвае дает право легально жить и работать в стране. Для его получения необходимо лично подать документы в Национальное управление миграции в Монтевидео, столица государства. Особо популярными методами миграции являются следующие. Учеба в Уругвае с возможностью подрабатывать в свободное время, трудоустройство в местные или иностранные компании. Этот способ нередко выбирают молодые специалисты из СНГ. Отметим сразу, что для большего отклика среди работодателей потребуется хотя бы базово владеть испанским языком. Заняться поиском работодателя, который сможет заключить с вами трудовой договор, можно, находясь еще в своей стране. Следующий способ – это регистрация компании. Иностранец получает карту резидента с правом на проживание и работу. Для осуществления этого способа переезда потребуется также изначально приехать в страну по туристической визе и выполнить шаги по открытию бизнеса. Следующий способ – наличие дохода из-за рубежа. Программа подходит для финансово независимых аппликантов, планирующих наслаждаться размеренной жизнью в Уругвае. Для переезда потребуется документально подтвердить наличие дохода в размере не менее $1500 в месяц. Точная сумма указана правительством Уругвая в песо, поэтому в долларовом эквиваленте сумма время от времени меняется. Чтобы у сотрудников миграционного отдела не возникло дополнительных вопросов, рекомендуем иметь удаленный доход чуть выше нужной суммы. Источник финансов должен быть абсолютно легален. Главными документами для подачи заявления на предоставление ВНЖ на этом основании являются: справка о несудимости, сделанная не более 90 дней до подачи, свидетельство о рождении и документы, подтверждающие личность заявителя, документ о заключении брака и рождении детей. Все собранные бумаги необходимо перевести на испанский язык и апостилировать. Также потребуется справка с работы, справка из налоговой об отсутствии задолженности, все имеющиеся дипломы. Этот перечень документов потребуется лишь перевести локально. Спустя 4-20 недель заявитель получает письмо о назначенном собеседовании на получение вида на жительство. После его прохождения выдают в заветную карту личности Уругвая, ВНЖ. Через 3 года легального проживания в Уругвае можно подать документы на получение гражданства. Для этого потребуется подтвердить заинтересованность в стране и жизни именно здесь. Знание испанского языка, оплату налогов, наличие работы, если вы получили ВНЖ по этому способу, и любые другие факторы, доказывающие вашу интеграцию. Друзья, на этом у меня все. Если вас интересует иммиграция в Уругвай, свяжитесь с нами в мессенджере по номеру, который мы оставим под этим видео. Спасибо всем за внимание.